Всем привет, это Евгения, и вы на моем канале. Я уже рассказывала в сообществе, что болела, поэтому мне немножко тяжело как-то привести мысли в порядок и выдать какую-то полезную для вас информацию. Поэтому, пока я болела, я скорее была более активна в Инстаграм, потому что я рисовала, но, к сожалению, ничего не записывала. Это мое первое видео за все эти 3 недели. И чтобы очень сильно не напрягать свой мозг, я решила немножко рассказать о себе и поделиться, почему я так люблю воду и различный водный транспорт. Поэтому перенесемся сейчас на много-много лет назад, когда мне было всего 3-4 года. И, наверное, странно говорить о любви к воде, когда я вам сейчас скажу, что я в детстве тонула. Я уже плохо помню какие-либо подробности этого. Знаю, что произошло это в начале осени, в деревне, когда бабушка пошла полоскать белье на реку, и, соответственно, я пошла вместе с ней. Ну, как пошла, я бежала впереди нее, а бабушка сзади кричала: «Стой, не беги, подскользнешься, упадешь» или еще что-то в этом роде. Собственно говоря, именно это и случилось. Я подскользнулась на мокрой траве и полетела с высокого берега в речку. Вот, кстати, момент полета я помню, а что было дальше, для меня просто полная чернота. Я не помню момента, что произошло со мной в воде. Я помню только, когда бабушка вытаскивала меня за волосы, вернее, как она поднимала голову за волосы, и я смотрела, хлопая глазами на нее, и оказалось, что я вцепилась 2 руками за колышек, к которому были привязаны мостки. И, наверное, меня спасло 2 вещи. Первое, что я все-таки вцепилась в этот колышек, иначе бы меня просто унесло течением по реке. И то, что я не распласталась на самих мостках или на этом колышке. И несмотря на это происшествие, я бы сказала, что не помню, были ли у меня какие-то переживания по поводу воды в дальнейшем, потому что я не боялась идти купаться и вообще как-то погружаться в воду после этого. И приблизительно в это же время папа купил свой первый катер. Все покупали первые машины, а папа купил катер. Поэтому летом все выходные мы проводили, рассекая по Окей Волги на катере. И периодически оставаясь на ночевку на каком-нибудь небольшом пустынном островке. Об этих временах у меня совсем мало воспоминаний, но остались немногочисленные черно-белые фотографии, и у меня даже есть мысль нарисовать что-нибудь по ним. Мне кажется, это очень интересное испытание, когда у тебя перед глазами есть тональная раскладка для картинки, но нет цвета, и ты здесь можешь выбрать какие-то свои оттенки, которые на самом деле могли быть другими. Итак, вернемся обратно к воде. Надо сказать, что, наверное, большое влияние на эту любовь вообще к какой-то технике, к кораблям, к машинам повлиял мой папа. Он сам всегда мечтал о собственной яхте и даже состоял в яхт-клубе, умел управлять парусной яхтой, поэтому был увлечен всем, что было связано с различным водным транспортом, особенно с парусным. И дома были книги, чертежи, миниатюры парусного фрегата. И, в общем-то, папа до сих пор дарит мне на день рождения модельки парусников. И теперь его фокус внимания постепенно смещается с меня на мою дочку, потому что он тоже начинает дарить ей различные подарки в виде фрегатов, парусников, моделек и прочего. В итоге катер был, конечно, чудесен и хорош, и приносил много ярких впечатлений, но машина была нужнее, поэтому папа продал катер и купил машину. А любовь к водным приключениям перекочевала в походы на байдарках. Поэтому, когда мне исполнилось 5 лет, родители первый раз взяли меня с собой в поход. Кстати, на тот момент плавать я еще не умела, поэтому в байдарке я сидела в спасательном жилете. До 10 лет мы очень активно ходили на байдарках по различным рекам. И здесь, конечно же, тоже было очень много впечатлений, связанных с водой, потому что мы и блуждали на байдарках по различным рукавам рек, куда-то заплывали, где-то застревали, даже рвали днище байдарки о коряге. Впечатлений была тьма, и я на самом деле очень скучаю по тем временам и до сих пор все хочу пойти в поход на байдарках. В общем, за это активное время я уже научилась плавать, и при любой возможности меня из воды было не вытащить. Плюс все лето я проводила в деревне, где протекала лесная холодная речка, и постоянно там плескалась. И при всей этой любви к воде море я увидела впервые в жизни только в 24 года, когда поехала к родственникам мужа в Таганрог. И, наверное, тогда меня очень сильно впечатлило, как там было много яхт и катеров. И мне так хотелось прокатиться на яхте, но по тем временам для меня это было слишком дорого, поэтому яхту я себе позволить не смогла, но мы прокатились на катере.
Вроде бы такое невинное развлечение, как выход катера в море, на самом деле доставил кучу новых впечатлений и какой-то детский восторг. В то время в моем городе не был так развит прокат небольших яхт, но с каждым годом этот бизнес все больше и больше развивался. Появлялись какие-то новые яхт-клубы, появлялись частники, которые сделали такое мероприятие доступным. И, например, в прошлом году я первый раз в своем собственном городе прокатилась на парусном катамаране. Об этом я рассказывала у себя в Инстаграм, а также у меня есть видео, где я рисую этот катамаран. Но я до конца не осуществила свою мечту, потому что на самом деле моей целью является вот эта красавица, которую вы видите у себя на экране. Эта яхта под алым парусом носит название «Елена». И я очень часто видела ее парус на просторах, открывающихся с набережных города, и хотела когда-нибудь побывать на ее борту. И вот после прогулки на катамаране я узнала, кто ее хозяин, и надеюсь, что в этом году я осуществлю свою маленькую мечту и прокачусь на этой яхте. И меня радует, что после какого-то большого затишья река снова возрождается, на ней снова начинает ходить какой-то речной транспорт, малые суда, теплоходы, катера, прогулочные какие-то там трамвайчики, ракеты, и река снова бурлит какой-то своей жизнью. И за этим не только интересно наблюдать, но и, конечно же, интересно это рисовать. Поэтому летом я активно фотографирую, ищу какие-то интересные сюжеты. У меня еще остались с прошлого года фотографии, и я надеюсь, что когда-нибудь все-таки мои руки доберутся, и их я тоже порисую. Плюс, как я уже говорила в этом видео, мне интересно покопаться в старых черно-белых фотографиях и нарисовать что-то с них. И, кстати, совсем забыла сказать, что все последние рисунки я рисовала новым набором Derwent Light Fast. И также скоро, надеюсь, я поделюсь впечатлениями об этом в обзоре, потому что у меня много чего есть о нем сказать. И из-за болезни рисунков даже получилось больше, чем обычно. Поэтому примеров будет много. Если кому-то не терпится посмотреть, какие рисунки будут в обзоре, можете зайти ко мне в Инстаграм. Надеюсь, я вас не сильно утомила своим погружением в детство, и вы досмотрели это видео до конца. Если же вы уже похрапываете, то желаю вам приятных сновидений. Поэтому, чтобы не будить спящих, скажу, что подписывайтесь на мой второй канал, где я периодически выкладываю видеопроцессы без моей лишней болтовни. Но если вы все же не уснули и досмотрели это видео до конца, тогда поставьте лайк, и если вы еще не подписаны, подписывайтесь на мой канал. Желаю всем хорошего настроения, будьте здоровы и не болейте. Всем пока-пока!